Imagina que durante una noche, una en la que ingresas a un sitio abandonado, una sensación extraña, casi detrás de tu nuca, comenzara a incomodarte. Tan solo para que poco después, en medio de la oscuridad, algo o alguien te confirmará que no estás solo en aquel lugar. Sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero del vagón del miedo. El investigador ruso del fenómeno paranormal, Tim Morozov, de quien hace algunos meses compartimos una de sus múltiples investigaciones. En esta ocasión, presenta una de las que seguramente ha sido su experiencia más inquietante dentro de una casa presuntamente ocupada por una entidad maligna. Es así que sin imaginarlo, cuando pasó sus primeras horas dentro del sitio, nada fuera de lo común pareciera ocurrir. Sin embargo, cuanto más silenciosa se hacía la noche, algo mucho más inquietante pareciera acercarse, dejando como registro para el 7 de agosto del 2021 una firme constancia de que el mal absoluto habita en cualquier lugar. Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Про этот дом мне рассказал мужчина. Поначалу все было тихо, но потом понемногу начало что-то происходить. Как говорит он, что-то бесовское. Сначала в другой комнате что-то разбилось. То ли ваза, то ли бутылка. В общем, какая-то посуда. Он не обратил на этого сильного внимания. В старых домах бывает, что-то падает, особенно когда полы ходят ходуном. После этого паранормальная активность начала только нарастать. Он услышал хлопки, повторяющиеся и громкие. Невольно пошел на звук. Послышался хрип. Как он его описывает, это хрип мертвеца. Ничего уже не понимая, он выбежал из дома. Все кажется просто. Что-то защищало свой дом от воров. Но, возможно, здесь поселилось нечто, что поселяется во многих заброшенных годами домах. Поселяется в грязи. И при возможности питается страхами. Сегодня я постараюсь это выяснить. На самом деле, друзья, по этому месту, что я могу сказать? Лично мне здесь довольно-таки жутко. Одно кресло, что вызывает прям неприязнь. Выглядит, конечно, впечатляюще. Возможно, что вся эта жуть – дело рук слов этого человека, который мне рассказал эту историю. Здесь есть кто-нибудь? Если в этом доме есть духи или паранормальные существа, вы можете дать мне знак. Друзья, по рассказам этого мужчины, именно с этой кухни, с этой комнаты, и он услышал хрип мертвеца, как он его описал. Здесь действительно заколоченные окна, и сюда даже днем не попадает свет, практически не попадает. Друзья, к сожалению, а может быть и к счастью, но в моем присутствии не бьются бутылки и не летают стулья. Возможно, это из-за того, что я пришел в этот дом не своровать, а искать призраков. А возможно, здесь никого никогда и не было. Следовало бы ехать домой, но я устал, да и путь домой не очень близкий. Поэтому думаю переночевать тут, что я встал сегодня рано и очень сильно устал. Я уже готов уснуть, но нужно приготовиться ко сну и сходить в машину за кроватью. Тем более, что я встал сегодня рано и очень сильно устал.
Я уже готов уснуть, но нужно приготовиться ко сну и сходить в машину за кроватью. Камеры я на всю ночь оставлю включенными. Вдруг я ошибаюсь. Después de que aquellas sutiles manifestaciones pasaran desapercibidas ante la presencia de Tim, lentamente, conforme cada minuto pasaba, aquello que habita dentro de la casa pareciera dejar en claro que no quiere ser irrumpido por nada ni nadie dentro de lo que ahora es su propiedad. Hecho que, a nuestro protagonista, le hizo saber de una manera que fácilmente podría alejar, así como helarle la sangre, a cualquiera. Друзья, сейчас в этом доме приснился кошмар. Будто я иду по веревочному мосту над пропастью 46. Могло ли быть это чем-то естественным? Там есть кто-нибудь в кресле? Ответить на мои вопросы при помощи доски Уиджи. Кто сидел в этом кресле? Если вы можете двигать предметы, вы можете подвинуть этот челнок, этот указатель и сказать, как вас зовут. Это что, зеркало? A pesar de que esto sería motivo evidente para no volver a aquel sitio, para Tim no sería suficiente lo captado en su primera investigación, ya que ingresó una segunda vez, pues él estaba convencido de que encontraría una respuesta y una solución para aquello que aparentemente ha quedado penando dentro de aquel oscuro sitio. Siendo así, que para su nueva investigación, únicamente, al igual que antes, estuvo acompañado de su equipo de cámaras y un tablero de Ouija. Друзья, меня зовут Тим Морозов. Как я и собирался, я вернулся в тот дом с креслом-качалкой, в котором сидел призрак. Призрак при помощи доски Уиджи сказал, что его тут держат. Многие из вас предположили, что это зеркало. Поэтому это не может быть зеркалом, но зеркало здесь точно имеет какую-то важность. Оно скрипело в тот момент, и с него свалилась простынь. Будто кто-то вышел из него. И я хочу попробовать наладить контакт и поговорить с этим призраком. Призрак, который был в прошлый раз в этом кресле, который заточен в этом доме.
ты можешь выйти со мной на контакт. Там есть кто-нибудь? Не могло показаться. Я обращаюсь к душе. Что за ерунда? Tal como habremos visto, después de que Tim intentara hacer contacto con aquella entidad, poco a poco, la situación pareciera presagiar que algo mucho peor estaría por venir. Кто этот? Это птица или кто? Призрак. В этом доме. Вы можете сказать, назвать имя того, кто вас тут держит? Después de que todo comenzara a tornarse mucho más agresivo e inusual para Tim, no quedó más que abandonar aquel lugar, pues era evidente que de no retirarse en aquel momento, cosas peores podrían ocurrir. ¿Qué piensas de este caso? ¿Tú te atreverías a realizar una investigación como esta? Haznos saber en los comentarios tu opinión. Si te ha gustado el video, agradecemos puedas suscribirte y dejar un like, pues esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad.